никакого обязательного изучения местных языков. У нас государственный язык русский, есть, может быть, другие государственные языки, но гражданин России не обязан изучать 2-3 государственных языка. Это одно. Я бы даже иностранные языки поставил на факультатив. Хочет, изучай иностранный язык в полном объеме. Не хочет, не надо. Сегодня столько информации, столько переведено уже, что это должно быть факультативно. Наконец, у нас есть тюркоязычные народы. Им, наверное, интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и на татарском, башкирском, на других языках. Я хочу сказать несколько слов. Бен сизе шимди баш урыёрым. Önümüzdeki günleri Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Benim vermeniz oyunuz benim için verin. Teşekkür ederim. Я их попросил у них, чтобы все тюркоязычные народы мне отдали свой голос. Им приятно, что президент России говорил бы на их родном языке. Такого еще никогда не было. Всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском.